الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня у нас с вами очередной урок, и мы с вами познакомимся с буквой СИН. Такая форма нам знакома с предыдущего урока, и данная буква имеет точно такую же форму, как и буква ЩИН, только без точек. Да? Пишется так же, то есть мы видим, что хвостик опускается ниже строчки. В положениях в середине, когда следующая буква есть, или в начале слова, да, уже этот хвостик будет писаться как бы на строчке. С согласовками у нас будет са, си, су. Са, си, су. На суккуне буква тоже слышима, да, то есть она не резко заканчивается. Бас, сэм, сир, син, силь, сэкор, сэфэр, сэбэку, сэлэф, сэмэк, фэрос, мэслэк, мэскэн, муслим, мусриф, симсим, эслэмэ, юслиму, истейсеро, естейсиру. Прописывайте, тренируйтесь, читайте, смотрите в Коране, уже достаточно много букв взяли, можно эти буквы искать, то есть есть какие-то слова, которые уже имеют только те буквы, которые вы выучили, поэтому можете эти слова искать, пытаться прочитать. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма ва бихамдика. Ашхаду ля илаха илля анта. Астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.